Песенка про скалолазов, написана в молодые годы, когда еще активно занимались горным туризмом. Ну, собственно, сейчас прям сразу ее попробуем и записать, что у нас получится. Я ему поверил сразу, был он классным скалолазом и внушил мне свой девиз с первых дней. Связки, чтобы не случилось, как вершина не глумилась, жизнь, товарища, дороже твоей. Опасайся лишь уродства, показного благородства, им предательство прикрыто всегда. Каждый может растеряться, если ты готов взорваться, а вот трус, поверь мне, никогда. Мы опять идем на связки, запеленутый в обвязке, и веревка, как аорта, легла. То пульсирует струною, то скользит сама собою, и уже вершина нам видна. Я иду сегодня первым, успокаивает нервы вбитый крюк трезвучим ре минор. Вот до полочки добраться, крюк забить, застраховаться, а потом сказать ему: пошел. Где мы только не бывали, как-то жены отбивали, а мы целыми пришли, хоть бы хны. Да вот стал я невезучим, с визгом вылетели крючья, лишь один остался на двоих. От рывка все мышцы рвутся, до скалы не дотянуться, вдруг последний швеллер наш полез. И успел лишь крикнуть только: крюк ползет, виси спокойно, а в ответ мне щелкнул стропорез. Замер крюк, Сереги нету, подо мной с полсотни метров, отыскать его никак не могу. Да на маленьком карнизе зацепился и повис он, продержись чуть-чуть, сейчас приду. Жизнь на кончиках трех пальцев редко длится 3 минуты. Подтянуться на полметра, но уже забиты руки. Быстро вниз, и словно спица протыкает мысль висок. Если вырвемся живыми, в горы больше не ходок. Я успел, могу поклясться, он уж был готов сорваться. За его запястье схватил. Карабин в репшнур прощелкнул, вытащил его на полку. Он меня тихонечко спросил: ну ты как? Да я нормально. Знаешь, это гениально, в цирке так не смогут вовек. Посидим еще немного, ну везуха нам, Серега. Сплюнь трепло, потопали наверх. Ну вот как-то так было.